что касается именно кабинета, то сегодня мы кабинет уже заливаем. Как я и говорил, 7 декабря мы это сделаем. Некоторые нюансы бесспорно нам требуется чуть-чуть подождать, совсем чуть-чуть, и мы сегодня об этом тоже с вами поговорим, потому что были моменты, которые были намного важнее. В любой хронологии, скажем так, действий появляются нюансы, которые необходимо тоже корректировать. И поверьте, с утра до ночи разработчики работают над как раз теми обновлениями, которые были объявлены 26 ноября. Сейчас мы пойдем дальше, я тоже остальное расскажу. Но я хочу искренне выразить огромную благодарность всем, кто работает сегодня над проектом, это и верстальщикам, дизайнерам, переводчикам, всем разработчикам, потому что действительно у меня очень нехороший характер с точки зрения того, что прям дисциплина, она критично важна. И эти люди, они справляются. Не просто быть программистом, а быть дисциплинированным программистом еще сложнее. И поэтому, конечно говоря, низкий поклон этим людям, потому что они сегодня знают, ради чего они работают. Когда к нам приходит новый разработчик, нам старые наши разработчики, скажем так, да, старички новым объясняют, что у нас целая философия. Мы кормим далеко не богатых людей. Вы знаете, меня сегодня это очень сильно зацепило, когда один другому рассказывал этот момент, прям вот как-то за душу взяло, я понимаю, что даже они полноценно понимают всю философию компании. Это, конечно, прекрасно. Пойдем дальше. Что касается сканера, начнем от малого и пойдем ввысь, да, и дойдем до экспресса в том числе. Глобальное обновление сканера, оно уже подошло. Оно уже здесь, оно рядом, и я сейчас с вами этот момент обсужу. Во-первых, значит, давайте я пройдусь немножко по экрану. Если мой экран, Дмитрий, будет видно, вы, пожалуйста, мне об этом скажите. Отлично. Очень хорошо. Значит, у нас был старый портал, в котором были старые данные, да, вот, в принципе, оно так и выглядело. Мы за последние 2 недели полностью переписали всю платформу, всю абсолютно. Трейдеры поймут. Значит, у нас раньше были больше... После 10 минут работы этой паузы у нас были долгие обновления, у нас было множество проблем, страница грузилась по несколько секунд, могло выбивать вообще из колеи, могли приходить данные, потом уходить, нажимаешь на кнопку паузы, он обновляет, останавливаешь, потом где-то вилка на 3-й, 4-й позиции находится в том числе. Все переписано полностью. Ускорение портала в 3 раза, как я и говорил ранее, оно полностью себя оправдало. Дальше. Здесь же я тоже сейчас расскажу несколько моментов. Это сейчас старая наша версия, действующая, да? И вот буквально в 18:30 в Москве начнутся работы уже тоже со сканером по переносу. Первое, я всех поздравляю еще раз, потому что прематчи полностью стали бесплатными. Прематчи стали полностью доступными, бесплатными. Теперь каждый человек может ими пользоваться без проблем абсолютно. Каждый человек, кто хочет в глубинке хоть чуть-чуть заработать денег, может прийти и заработать у нас. Прематчи мы также переписываем полностью, поэтому в 2019 году ожидайте, что прематчи будут действительно качественные и классные, потому что с ними связана дальнейшая наша судьба в том числе, а что именно, я расскажу позже. Расскажу где-то уже в первом квартале 2019 года. Что касается также прематчи, да, и то, что это бесплатно. Я просто помню 2018 год, когда один из тестировщиков мне написал: «Сергей, большое спасибо». Я не помню сейчас точно, что я именно сделал, но мне сказали большое спасибо за то, что из Бурятии огромное количество рабочих людей, да, которые работают там в заводах и так далее, могут теперь пользоваться тики. И вот в этот момент меня так тронуло, я думаю, черт побери, я сделаю что-нибудь точно бесплатно в этом году, полноценно для всех абсолютно. И вот этим полноценным стало прематчи. Наша философия в 15-20 тысяч рублей, она остается. И каждый сегодня трейдер знает прекрасно, что на прематчах можно спокойно, и нужно даже, пожалуй, да, свои 15-20 тысяч делать. Если раньше вы нам давали там по 40 долларов, больше не надо. Не на этом мы будем богатеть, не на этом мы будем создавать коммерцию. Как говорится, на бедах людей, да, счастливым не станешь, опять же. Вот то же самое здесь. Я бы хотел, чтобы наша философия, она шла дальше. И, пожалуй, кто-то может сказать, кто не очень любит прематчи, да, что, ой, да вот прематчи, да, дали бесплатно. Есть такие люди, которым вообще всегда что-то даешь, и им всегда мало. Всегда мало. Но я уверен, что огромное количество людей, у которых сегодня есть небольшие проблемы, недочеты и так далее, потенциально могут с нами решить вопрос. И на дистанции те же 15 тысяч рублей за 12 месяцев делают сколько? 180 тысяч. 180 тысяч – это решение одного вопроса, второго, третьего. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Уже посматриваешь, и у тебя уже 300 тысяч, уже и 500 тысяч. Но если мы можем это сделать, если, в принципе, мы сегодня и кормимся, и поемся, почему бы нам не подумать о наших, как говорится, да, братьях меньших в том числе? Это очень важно, как по мне. Это очень важно. Те же выходные, немножко заработать денег. Пусть будет даже 10 тысяч в месяц, но это деньги. Это решение многих вопросов.
Но, Сергей, о чем говорить? Бывают люди, что они работают на основной работе, и в выходные они выходят в какую-нибудь смену на подработку, чтобы Да, хоть те же 10 тысяч заработать, да? именно, Есть? абсолютно верно. Те же 3000 рублей, к примеру, за 2 дня, и то, если еще им платят там, да, опять же, в регионах это и 1000 рублей, может быть, и 1500. Но сиди дома, спокойно заработай себе денег. Плюс к этому ко всему сразу хочу сказать. Старт-стоп кнопка, ну, полностью теперь уже включено везде. В силу того, что мы переписали платформу за 2 недели, успели вот страницу вилок, да, мы на базу данных нашу сделали в 3 раза меньше запросов. Мы обновили, очистили просто огромное количество мусора. И зная это, я заранее предвещал, что мы старт-стоп дадим всем. Тут не только надо делать деньги, или не только у нас инвестиционная составляющая, да? Здесь в первую очередь человеческое отношение. И я везде буду подключать факторы, и факты в том числе. Один пишет: вот вы его не видели, как вы можете приходить и приносить денег в компанию, да? Ну хорошо, моего друга, говорит, не узнать. Я это буду комментировать, я не могу, я такой же абсолютно простой человек. Это вы меня сделали таким, товарищи. Все, кто здесь собрались, и другие клиенты, в том числе компании, это вы меня подняли вверх. Почему бы мне хотя бы как-то вас не благодарить по возможности? Не так ли? Ну, если я могу поберечь ваши глаза и вместо вас, чтобы робот делал, как я могу называться компанией, которая создает роботов, и при этом 80% работы делали вручную, ручками? Все, забыли, как страшный сон. Кнопки, старт-стоп. В ваших приемничках тоже есть. Пожалуйста. Нажали, и пусть ищет себе. Когда найдет вилку, вот тогда, пожалуйста, пусть приходит и говорит: Петя, я нашел вилку, выставь, пожалуйста. А как для пенсионеров это прекрасно, Дмитрий. Ну вот вообще. Рима бедная старалась, билась полгода. Сколько тут биться надо? Месяц, чтобы изучить более-менее, да, в возрасте там от 55 и выше, и у тебя уже есть минимальный хлеб, 10 тысяч пенсия, еще 10 тысяч здесь, уже 20. Плюс ты хотя бы какое-то активити делаешь. Хоть как ты разнообразно живешь, а не просто с утра до ночи телевизор смотришь. Знаете, молодежь, я могу сказать, что мы всегда успеем заработать. Сканер — это не принеси денег мне, не принеси денег Пете. Оставь деньги у себя и зарабатывай. И вы заметите, я практически ничего не говорю, или вас как-то еще и мотивирую. Мне это не надо. Мне кажется, очень важно то, каким вы являетесь сами сегодня. Ведь вы сами и делаете выбор. Ну, вот еще такой момент здесь тоже важный для прематчей, да? Ведь есть компании, которые просто дают всегда прематчи. Они их продают, они на них живут уже много-много лет. Есть люди, которые просто живут на приматчах. Им просто не хочется нервов. Они поставили заработать. Кому-то просто нравится зарабатывать 15 тысяч в месяц. Зачем ему 50? Видели же таких тоже. У них это называется стабильность. Вот для них мы сегодня есть. Приманка. Может быть, приманка, чтобы потом перейти на лайвы. Но откуда я знаю, как вы друг другу рекомендуете сегодня не просто тики, а там туалетную бумагу, зубочистку. Я же без понятия, как вы рекомендуете. За это я уже не отвечаю. Да? Хорошо. По поводу приматчей мы разобрались. Кабинет, понятно, мы сейчас грузим, да? Теперь по поводу сканера. Значит, у нас была старая версия, которая сейчас и есть. Вот здесь нажимаешь на кнопку, он у тебя ищет, потом пытаешься открыть вилку, и каждый раз все раздражались. Ну что такое? Не нажать на доллар. Надо нажать на доллар, остановиться, нажать вот сюда вот. Ну как это неудобно? Согласен. Теперь немножко проще. Вот тебе лайва. Сейчас посмотрим, есть ли список. Мы вывели, кстати, эту кнопку теперь наконец-то сюда. Все, больше заморачиваться не нужно. То есть она больше не внутри, а здесь снаружи. Мы добавили еще дополнительный вам тоже функционал, тоже увидите. Будет обновление один клик, вот здесь у вас появится возможность скачать один клик. Будут какие-то новые сообщения, мы обязательно об этом вам тоже будем сообщать от последние даты в том числе. То есть уже больше где-то что-то как-то писать не нужно будет абсолютно. Те же кнопки старт-стоп, которые также должны быть обязательно, да, в профиле. И у меня сейчас, прошу заметить, пакет мастер-тики. То есть у меня сейчас уже полноценно тики-экспрессовский пакет, который включает в себя как раз в том числе сканер. Но это не очень имеет значения, потому что сам по себе сканер тоже полноценно обновился. Что у нас здесь есть? Обновленный полностью профиль.
В этом профиле есть возможность чуть больше сейчас, скажем так, более тонко настраивать свою систему, да, что очень важно. Показ процент вилки для менее прибыльного плеча, упрощенный интерфейс, умный калькулятор. Хотите старт-стоп, включайте, хотите выключайте, дело ваше полностью. Выберите спорт, выбирайте футбол, например, разница между форой и этим, там, к примеру, три гола, да, опять же, все, мы исключаем матчи женской лиги либо молодежной лиги, все это сохраняете, у вас все это отрабатывает. Вот он, ваш футбол. Дальше выбирайте, к примеру, по теннису настройки. Те же самые, там, двоечка, например, да, и здесь, там, грубо говоря, единицу. Сохраняете. Вот у вас теннис. Думаете, ой, господи, надо же в футбол вернуться, кое-что поправить. Нажимаете, у вас все настройки, видите, футбола появились. Дмитрий, видно, да, ведь? Да-да-да, видно. Да. Ты, ой, нет, разницу не хочу между ними. Я, наверное, вот так вот сделаю. Вот. Очищаю. Сохранить. Все, у вас футбол снова сохранился с данными. Возвращаясь к теннису. Итак, любой вид спорта, который сегодня у нас будет представлен, соответственно, в сканере. Настройка горячих клавиш, наконец-то, здесь вот. Пожалуйста, выбирайте, к примеру, прематч. Выбирайте выключение, отключение, автообновление вилок, к примеру, альтом. Переход к следующей вилке на странице, к примеру, backspace, образно говоря, да. Нажатие один клик, чтобы не нажимать на него, это enter. Но сейчас это не потребуется, больше нажатие один клик, как правило, потому что мы вам в расширении уже добавляем возможность не просто старт-стоп, но еще и открывать вилку, находить данные, и там вы просто уже смотрите на готовый материал. Нравится — выставляете пари. Не нравится — до свидания. Уверяю вас, вся продукция компании, которая сегодня есть, неважно, будет она бесплатной либо платной, будет синхронно обновляться. И у меня уже есть понимание следующего обновления с разработчиками, над чем мы уже работаем. Но я хочу сразу сказать, тоже важно понимать. Ребенок не может сразу, родившись, чтобы ему было 20 лет, он уже был там успешно обеспечен и так далее. Да, у всего есть свои этапы. Вот здесь то же самое. У нас тоже есть этапы. Но я уверен, что уже сейчас данное обновление потрясающе сыграет свою роль. Дальше настройка каждого букмекера. Выбираете, предположим, там Винлайн. Под него прям есть вообще тотально какие-то настройки в том числе, да. Можете выбрать по нему теннис, чтобы показывать только победы, тоталы. Все, сохранить. Опа, теннис у вас появился. Удобно, Дмитрий, на первый взгляд? Да не на первый взгляд. Я четко понимаю, что это, ну, полностью настраиваемая система под человека. Удобно, так это и настраиваешь. Так как, знаете, есть люди, которые пользуются Windows, и кому нравится Linux, потому что Linux можно вообще под себя настроить. Да, именно, абсолютно верно. Это тоже ситуация. То есть это совсем другое. Это совсем другое. Вот, опять же, повторюсь, наш старый профиль. Да? Здесь совсем другое. Также можете настроить свои прокси, HTTPS, SOX, неважно. Можете приобрести прокси у наших там партнеров ProxySale. Ну, это просто один из самых таких адекватных ребят. Ставили IP, порт, если они вам дали. Все у вас для этого именно букмекер, для Mainline, с этого конкретного прокси тоже все будет открываться. Минимальная сумма, предположим, вы хотите, чтобы всегда было 500 рублей. Максимальная, например, чтобы у вас было 5000, даже не USD, а рублей. А там, рублей. Хорошо, все, классно, нажимаете «Сохранить», у вас все данные пришли сюда по Винлайн. Да? Коэффициенты для переливания средств, к примеру, у вас там денег накопилось, ставите коэффициент от 3. Все, у вас вилка появляется, в котором у Винлайна вилки процент, точнее, да, коэффициент, прошу прощения, от 3 и выше. Также округляете конкретно каждого из них, без проблем. Если он в ЦУПИСе, выставляете ЦУПИС, там еще есть налоговая форма, если память не изменяет. Также есть фиксированная ставка. Что всегда было 4000, например. Или пусть будет от вашего банка всегда, предположим, 20%. Да? От вашего банка. Всегда. Это у вас 1000 рублей 200. Значит, 1200 стало. 1200 умножаем на 20%. Да, это 240 рублей, если память не изменяет. Сохранить. Все, обновили данные. Вот зеркало. Где у нас тут зеркало было? Сохранить. Введите URL. Ну, понятно. URL я не ввел. Умно, да, однозначно. Хотим поправить что-нибудь, нажимаем сюда. У нас сразу все здесь появилось. Можем сейчас проверить там. Нажимаем сохранить, руб, винлайн, да. Здесь у нас руб стоит, поправляем на винлайн. Вот, пожалуйста, винлайн. Все, поправляем данные. Дмитрий, насколько большая разница между тем и было, по вашему мнению? Ну, вот, как помните, в прошлую встречу я говорил, что сканер долго не обновлялся. Вот такое ощущение, что просто
три месяца кропотливого сбора обратной связи. Вот да. Многое из того, что есть сейчас, я не слышал обратную связь. Да? То есть бывает, что действительно обновление, когда выходит, я действительно слышал эту обратную связь, либо читал ее там, в комментариях, да, где-то, что вот это добавить. Вот то, что сейчас вы показываете, ну, большинство из этого я не слышу. Это действительно очень круто. Настроить под себя профиль каждого букмекера, как тебе удобно, не как тебе сказала компания, как это у нас в замечательных телефонах Apple, да? Вроде все круто, но, блин, ты не можешь выйти за рамки. А здесь в целом как надо, так и настроил. Здесь очень круто. И хотел я сейчас, вот вспомнил одну историю замечательную. Есть девочка одна, зовут ее Амалия. Она живет в Ярославле, и ей всего 13 лет. Mm-hmm. Так получилось, что кто-то из ее родителей партнер Тики, и ну, именно ручной торговлей занимается. Ей стало это интересно, и она за две недели заработала 375 евро, используя сканер Тики. Вот, ну, не мог я не поделиться такой историей. И когда люди мне пишут, что давилки не работают, и мне просто... У нас 18+, Дмитрий. Я понимаю, у нее зарегистрировано, понятно, что на родителей, просто родителям немножко некогда. Вот, ну и... То есть она просто сейчас взяла, и если университет стоит, предположим, 150 тысяч, да, она просто взяла 375 евро заработать. Да. Какую-то часть помогла родителям. Прекрасно. Прекрасно же. Начинаешь и вперед с песней. Так вот. Но, повторюсь, сразу хочу сказать. Вы думаете, что это, наверное, все, и здесь прям очень много всего. Но вы себе представить не можете, сколько Сергей еще приготовил впереди всего. Я приготовил огромный объем материала, который будет дальше. Но то, что есть уже сегодня, вот здесь, вот, да, некоторые функции заработают здесь, и у меня уже есть список того, что точно заработает на следующей неделе, я вас буду держать в курсе, но так как мы уже тянуть не можем, нам это обязательно необходимо, необходимо запускаться и вперед по полной программе, то, конечно же, многое уже есть. Но некоторые функции я обязательно после мероприятия об этом сообщу, мы их будем с вами, господи, мы их с вами доработаем, да, на новой неделе. Бесспорно, ваша обратная связь проведет нам, поможет нам очень сильно, это даже не обсуждается. Но я уверен, что наши клиенты уже сейчас по достоинству могут оценить то, что есть в принципе, уже сейчас.